День знаний отмечают в Беларуси. К занятиям приступит более 1 000 000 школьников. Из них 110 тысяч сядут за парты впервые. Перед стартом учебного года вся система образования прошла серьезную проверку. Страна заинтересована в том, чтобы после обучения на всех этапах в экономике были заняты грамотные и квалифицированные специалисты. В стране повысились все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В среднем прибавка 5%. Неработающие пенсионеры получат примерно 737 рублей. При этом сумма у каждого будет своя. Все зависит от стажа и уровня дохода за время работы. Министерство ЖКХ определило нормы потери накладных расходов тепла и воды на 2024. Тарифы в Беларуси, напомним, повышаются только 2 раза в год. В июне Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому стоимость ЖКУ может быть увеличена не более чем на половину базовой величины. Сейчас это 18 рублей 50 копеек. В Бобруйске впервые прошла церемония принесения присяги для вступления в белорусское гражданство. Нововведение вступило в силу в июле этого года. Клятву быть патриотом второй родины дал 21 человек из Украины, Армении, Казахстана и России. Все новации в закон позволяют иностранцам сделать осознанный выбор в пользу мира и спокойствия. В Беларуси проходит акция «Внимание, дети!». Все транспортные средства по 5 сентября должны передвигаться с включенным ближним светом фар в светлое время суток. Штраф за нарушение до 111 рублей. Главная задача ГАИ – обеспечить безопасность детей на дороге и повысить уровень ответственности родителей и водителей.